С 2005 года во всем мире в ноябре отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Приуроченная к этой дате в Видновской школе номер 9 прошла акция, призванная обратить внимание подрастающего поколения на то, что дорога – это территория повышенной опасности. К ребятам в гости пришли сотрудники ГИБДД и Ленинского отделения общественной организации «Красный крест». Мероприятие началось с минуты молчания, после которой детям показали видеоролик. Одни из самых уязвимых участников дорожного движения – дети, ведь они не всегда могут грамотно оценить сложившуюся ситуацию, правильно учесть дистанцию и определить скорость транспортных средств. Сотрудник ГИБДД Ирина Чекмарева рассказала о некоторых приспособлениях, которые повышают безопасность при нахождении ребенка на проезжей части. Поднимите, пожалуйста, ручки и покажите свои браслетики. Вот у наших помощников, видите, на ручках одеты такие полосочки специальные. У меня они тоже в руке есть. Это световозвращающие браслетики. Они в темноте светятся. А продемонстрировать блестящие знания ПДД школьники смогли в ходе увлекательной игры «Думай, знай, познавай». Особенно радует, что в повседневной жизни ребята их активно применяют. Я соблюдаю правила дорожного движения, потому что это моя жизнь. Самое простое – это переходить дорогу на зеленый свет. Если это не регулируемое движение, то я посмотрю направо-налево, убежусь. После того, как я буду убеждена в том, что нет машин и движение свободно, я перейду дорогу. Как я часто бываю пассажиром, первое, что я делаю, когда я сажусь в машину, это пристегиваюсь, так как это достаточно важно. И если человеку дорога жизнь, то, конечно, я призываю это делать всем подросткам, не только подросткам, водителям, чтобы в чрезвычайных ситуациях повреждения были хотя бы не такими большими. Работа в области предотвращения дорожно-транспортных происшествий и уменьшения травматизма ведется постоянно. Возможные меры предпринимаются, но в первую очередь это организация дорожного движения, это улучшение дорог. В нашем городе появляются дорожные знаки, светофорные объекты на желтых фонах, которые привлекают внимание наших водителей больше. Да, вот этот светофор Т7, так называемый с мигающим сигналом в зоне действия пешеходного перехода. Это звуковые сигнальные объекты пешеходные. В завершение акции все ее участники вышли на улицу и запустили в небо символичные белые шары.